Здравствуйте, уважаемые партнеры. Сегодня мы с вами поговорим о двух препаратах. Это GTS и GROW. То есть я постараюсь обратить внимание, ваше внимание на компоненты, из чего состоят препараты, и кратенько расскажу вам о взаимодействии этих двух компонентов, какое влияние оказывают они на здоровье человека в целом. Зовут меня Полейко Татьяна Петровна, я специалист по онтогенетической диагностике, нутрициолог, клинический психолог. То есть задача наша с вами разобрать непосредственно составные части препаратов для того, чтобы понимать, зачем вы их принимаете, какой эффект они дают. Вот. Начнем мы с вами с GROW. То есть это препарат, как говорится, витаминный. Но мне бы хотелось обратить внимание на то, что комплекс витаминов, который состоит в препарате GROW, имеет свои особенности. Первый компонент – это гранат. Содержит непосредственно большое количество аминокислот. И самое главное, кто-нибудь слышал про витамин К? Да. Да. То есть, что, зачем нужен нам витамин К с вами? Для каких целей? Ой, ну, своими словами простыми, кто знает? Нет, никто не знает, не да? Вот. Это антигеморрагический витамин. То есть, что он делает? Антигеморрагический. Это медицинский термин. Простым языком, витамин, способный регулировать кроветворение, состояние сосудов, нам мелких капилляров, крупных сосудов, вот. Непосредственно свертываемость крови, им вырабатываются 4 белка для нормализации процесса свертываемости крови. Вот. Гранат содержит большое количество витамина К, регулирует производство остеокальцина, который влияет на образование костной ткани. То есть, смотрите, мы берем, да, в составе компонент, который способен регулировать не только просто, да, поставку витаминов в организм, образование ферментов в пищеварительном тракте, но и регулирует производство остеокальцина, влияющего на костную ткань, на образование костной ткани. Это очень хорошо. Вот. Мало того, значит, витамин К, который содержится в гранате, он влияет на работу печени. Вот. Вырабатывается протромбин для здоровых функций печени непосредственно и остановки внутренних каких-то кровотечений, если это возникнет. Следующий компонент – мамордика. То есть не очень известный для нас, это семейство тыквенных. Вот. Мамордика содержит витамин Е и Ф. Этот компонент дарит бодрость, силу. То есть помимо витаминов группы В, витаминов А, С, которые содержатся в мамордике, там содержит витамин Е и витамин Ф. Омолаживает. Большое количество содержит фолиевой кислоты. Ну, для чего фолиевая кислота, наверное, рассказывать не надо. То есть сама фолиевая кислота регулирует работу головного мозга и все когнитивные функции. То есть это все, что касается интеллекта человека. Ваша память, как вы общаетесь, как запоминаете и так далее. Вот. Еще интересное вещество – харантин, можете записать, он нормализует уровень сахара в крови. То есть это как раз содержит мамордика. Вот. Антисептик – хороший эффект против грибковых компонентов, особенно против кандиды. Вот. Лечит мочекаменную болезнь, очищает сосуды от различных отложений. Вот. Далее, олива. Ну, понятно, что олива сама по себе содержит большое количество омега-3, 6, 7, 11 и так далее. Вот. Но оно содержит большое количество витамина В6. Витамин В6 нужен для работы нервной системы, применяется для нормализации сосудистого русла при высокой вязкости, варикозное расширение вен, различные тромбозы, да, для нормализации работы волос, ногтей, кожи. Витамин А влияет не только на рост, но и на фертильность, на зачатие.
То есть в данном случае в оливье находится баланс компонентов и особенно витамин В4. Слышали про такой? Называется он холин. Витамин В4, то есть особенность у оливы такова, что сам витамин нормализует функцию клеток головного мозга, отвечает за передачу нервных импульсов и защищает мембраны клеток от повреждений. Повреждения разные, может быть, перекисное окисление и так далее. Ну, то есть ржавчина по-русски на клетке – это и есть окисление, да? Вот, чтобы вам было понятно. Укрепляет мышцу сердца, восстанавливает работу печени и желчного пузыря и поджелудочной железы. Вот помимо простых компонентов, да, то есть мы с вами имеем помощника, который помогает усваивать все остальные витамины, а в частности Е, Д, К, А. Вот, пожалуйста. То есть получается, что витамин В4 сам по себе помогает усваивать другие витамины. То есть, и поэтому олива в составе этого компонента очень важна. Мало того, значит, витамин В4 влияет на рост плода, на развитие и рост ребенка, его умственные способности и его интеллект, его активность. Ну, а для пожилых замедляет процесс старения. Такой интересный у нас витаминчик. Клюква. Всем известный компонент, да, содержит очень большое количество витаминов К, Е, С, В5. Но самый интересный для нас здесь это витамин В7. Слышали такой? Биотин. Витамин В7. Он играет большую роль в метаболизме, помогает углеводам превращаться в глюкозу. Особенно это важно для людей, страдающих сахарным диабетом. Вот. Ну, глюкоза у нас является топливом, все знают, да, и обеспечивает организм естественной энергией. То есть, употребляя ГРОН, вы обеспечиваете организм естественной натуральной энергией. Вот. Мало того, витамина В7 в клюкве обеспечивает 200% нормы суточной. А брусника, они не разные? Нет, они не разные. Не одинаковые, извините. Не одинаковые. Дальше у нас идет с вами рябина. Вот, рябина красная. Естественно, рябина компонент очень хороший, содержит большое количество витамина С, эфирных масел очень много, но самое главное про витамин А. Про витамин А больше, чем в моркови и в апельсинах в разы. То есть в рябине. Вот, он входит большое количество овощей, плодов, содержащих витамин В17. Вот, поэтому рябина является рекордсменом по содержанию амигдалина. Это очень полезный компонент. А калина неравномерная? Нет. Нет. Вот. Черника. Следующий компонент. Видите, сколько моментов, да? То есть эти компоненты все сбалансированы по составу и структуре. И, соответственно, активация дает очень хороший комплекс. Черника содержит каротиноиды, витамин С, естественно, да, и витамин В9, который ускоряет метаболизм, это фолиевая кислота, а также содержит миртилин. Что это такое? Это такой инсулиноподобный эффект, который помогает тканям утилизировать, потреблять глюкозу. То есть один компонент рябины, да, нормализует выработку и работу поджелудочной железы. Вот. Мамардика нормализует работу желчного пузыря, поджелудочной железы, уровень сахара в крови. А черника нормализует утилизацию глюкозы тканями. То есть есть такое слово инсулинорезистентность. То есть ткани не потребляют. Сколько бы там ни было глюкозы, они не могут потреблять. Клетка не потребляет. Так вот, как раз черника и нормализует эту ситуацию. То есть растительные вещества, которые обеспечивают окраску черники, черника же черная, да? То есть, ну, иначе и пигменты, да? Они снижают воспалительные реакции в тканях, нормализуют работу капилляров мелких,
то есть приток крови, и снимает отеки. Вот. Этот эффект очень важен, особенно в сосудах сетчатки. Когда при различных старческих изменениях, при различных нарушениях обменных, да, возникает отек сетчатки. Отсюда и идет при сахарном диабете, например, потеря зрения. Да? Вот. Поэтому вот этот компонент черники, он хорошо регулирует, да, кровоснабжение и питание тканей глаза, хрусталика, сетчатки, роговицы, да, и мышц глаза. Это очень важно. Приток и отток тоже важен. Положительно влияет на мускулатуру, на все мышечные ткани. Вот. Ну и содержит черника очень много марганца. То есть во всех элементах, которые содержатся в гровне, содержится большое количество микро- и макроэлементов различных. Кальций, натрий, калий и так далее. Но вот здесь в чернике именно марганец. Зачем? Марганец влияет на образование хондроитинсульфата. Слышали про такой компонент? Это вещество обеспечивает влажность суставной сумки, влажность самого диска, да, и губки, которая является, да, амортизатором. То есть от хондроитинсульфаты сохраняют воду в суставах. Это очень важно. Поэтому черника нам здесь помогает, да, как микрососудистая такая хирургия маленькая, да. Смородина. Смородина содержит, конечно, большое количество витамина С, и самое главное в нем – это норма натрия. То есть он содержит достаточное количество натрия, чтобы обмен веществ протекал по норме. Вот. Ну и влияет, конечно, смородина на работу сердца. То есть нормализация работы сердечно-сосудистой системы. Дальше у нас идет алоэ вера. Совместно с черникой и смородиной алоэ вера улучшает реологию крови. То есть выработку необходимых компонентов крови, да, клеточный состав крови, ее вязкость, вот, сосудистую проницаемость. И самое главное, что в алоэ вера содержится витамин В12. В достаточном количестве по суточной норме. Влияет на формирование клеток крови, особенно ДНК, ну и нервной ткани. При снижении витамина В12 в крови нарушаются когнитивные функции человека, развиваются различные анемии. И В12 – это группа веществ. То есть это не просто витамин, да, витаминоподобное вещество. Это группа веществ, которые участвуют в формировании генов. Если этого вещества недостаточно, то ДНК будет плохо формироваться, получит, извините меня, ошибку, да, ну и будет нарушение. Вот. Поэтому это приводит не только к проблемам с различным строением ДНК, но и в том числе нарушение метаболизма, да, активность организма. Вот. В результате ДНК не может должным образом воспроизводиться, получает повреждения. Недостаток этого витамина связан с риском преждевременных родов в том числе. Да? Выкидыши привычные, преждевременные роды, невынашивание. Вот. Ну и отсутствие зачатия – это тоже одна из причин дефицита витамина В12. Поэтому алоэ вера совместно с черникой и смородиной компенсирует недостаточность комплекса витаминов, позволяющий реологию крови регулировать. Это очень хорошо. Вот. Прием этого витамина очень эффективен при мигрени. У нас очень мало средств, да, регулирующих мигрени, подобную спастику. А температурный режим в Сибири таков, что в сутки температура может различаться на 10, а то 15 градусов, да, в разрыве. Вот. И поэтому вегетатика очень сильно страдает. А у людей с вегетососудистой дистонией очень высокая чувствительность, поэтому ГРОН – идеальное средство для вегетатиков. Вот. Особенно подростков, когда идет гормональное становление, когда они не могут подняться утром, когда они могут уснуть ночью, когда у них возникает гиперактивность, синдром гиперактивности в целом, да, у маленьких детей тоже. Наши витаминки можно принимать
и маленьким детям. Поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание. Значит, вообще, в принципе, с любого возраста. То есть у нас нет ограничений, суточная норма там рассчитана для 12-летнего ребенка. Поэтому если ребенок одну, значит, дрожжи будет съедать сутки, ничего не случится, даже если он маленький. Понятно, да? Вот. Физалий земляничный в составе также бруна. Вот. Это кладезь витаминов. Он достаточно богат витамином В12. Слышали, есть такой компонент ликопин. Слышали, да? Да? Да. Очень сильный антиоксидант. Используется при лечении, заметьте, подагры, ревматизма, да, различных гнойных воспалительных процессов в почках и мочеполовой системе у женщин. Вот, поэтому физалий здесь играет большую роль, а совместно с эхиноцеей, астрагалом и гододермой, который входит здесь же в состав, получается это биогенный стимулятор. Вот такой вот большой комплекс, да, витаминоподобных компонентов, позволяющий натуральным образом активировать, да, наши ресурсы. То есть ничего страшного здесь нет, так как все компоненты натуральные, растительные, да, они в суточной норме, и они достаточно хорошо влияют на организм. Почему бровн дает очень быстрый эффект? Кто может сказать? Ну, кладезь витаминов, наверное. Ну, витамины же разные, их много, но в аптеке идите, берите, да и пейте. Они все есть здесь. Попадают в кровь. В комплексе. Они сделаны комплексно. Они подобраны таким образом, что один стимулирует другой, синергизм. Улучшает усваиваемость, у них отличный синергизм. То есть они сделаны не просто комплекс витаминов, да, а активный комплекс, да, нормализующий обменные процессы и улучшающий ресурс организма. То есть комплекс подобран очень грамотно. Понятно, да? Но рекомендуем мы еще дополнительно употреблять комплекс GTS вместе с Гровном. Почему? Я вам объясню. GTS называется жизненной энергией. Или иначе, да? Энергия силы человека. Энергия ресурса человека. Что там такого входит в состав, что энергия организма повышается? Надо понимать, что биогенные стимуляторы, био от слова, да, это натуральные компоненты, которые способны влиять на организм таким образом, чтобы не загонять его. То есть он дает активность и в то же время не стимулирует таким образом, что организм истощается. Например, если вы будете пить один лимонник, да, он простимулирует нервную систему. Если вы будете пить там один элеутерокок, он тоже простимулирует нервную систему. Да? Вот. А здесь комплекс, который позволяет в переводе, да, давать силу лошади. Лошадиная сила. Вот так я его называю. Вот. Считается, что этот комплекс наделяет человека выносливостью, работоспособностью, а заодно и энергией, в том числе и сексуальной. Не забывайте про это, да? То есть человек становится активным, бодрым, любящим, да? Ну и творческим. Вот. Значит, входит в состав такой фрукти, как витания. Слышали, да? Кто-то называет витания. Витания – это, в принципе, ягода, кто-то называет его фруктом. Ну, разницы большой нет. Она богата очень свободными аминокислотами, особенно триптофаном, глицином, все известные, да, компоненты, вот, позволяющие нормализовать работу головного мозга. Это первая задача. То есть витания содержит витаноиды. От слова витания. Вот. Например, витаферина. Это компонент противоопухолевый. Хотим мы не хотим, он в составе содержится. Да? Вот. Имеет такое же значение, как и китайский женьшень. Вот, пожалуйста. Да? Имеет два эффекта, в отличие от женьшеня. Успокаивающий и тонизирующий сразу. При употреблении витания увеличивается уровень интерферона, интерлейкина-2,
фагоцитарная активность и противогрибковая активность, особенно против кандиды. Вот, кандидоз. Нормализуется работа организма при остеоартритах, остеопороидах, да, нарушениях именно образования костной ткани. Снимает очень хорошо боль, то есть увеличивает прям болевой порог. Вот. Снимает усталость, улучшает память, концентрацию внимания. То есть вот смотрите, у нас получается стимулятор, и в то же время, да, он нормализует работу головного мозга, защищает организм от опухолевых процессов, омолаживает. Витание известно как лечебное средство от любых форм зависимости. Наркомания, алкоголизм, токсикомания и так далее. Не страдаем. Принимается при бессоннице. То есть, вот смотрите, стимулятор, да, а принимается, да, при бессоннице. Это расслабляющее. Да, вот, успокаивает. И его действие сопоставимо с действием аспирина и ибупрофена вместе. То есть в данном случае мы можем брать любые воспалительные процессы, да, он обезболивает очень хорошо. Вот. Если общий комплекс взять, то можно назвать его в первую очередь он адаптоген, в вторую очередь ноотроп, анаболик, ну и иммуномодулятор, ну и седативное в то же время. Видите, как интересный очень компонент. Витание применяется при бесплодии, импотенции, увеличивает количество и качество спермы. Поэтому очень рекомендовано тем людям, которые хотят иметь деточек, да, для нормализации работы мочеполовой системы в целом, да, и производства спермы. Это очень хорошо. Вот. Способствует нормализации пищеварения и выходу газов. То есть освобождает кишечник от избытка газов. Это тоже очень хорошо. Ткани, на которые действует витание, это мышцы, жировая ткань, костный мозг, сердечно-сосудистая система, нервная система и репродуктивная система. Видите, какой комплекс большой. Вот. Следующий компонент называется бакопамонье. Бакопамонье. GTS. Бакопа. Вот. Этот компонент очень хорошо. Травочка. Один из самых сильных анальгетиков и нейропротектор. Что такое протектор, знаете? Протектор восстанавливает, да? Защищает, восстанавливает. Протектор восстанавливает клетки. Нейропротектор восстанавливает нервную ткань. То есть обладает очень хорошим антиоксидантными свойствами. Содержит кверцетин. Кто знает, что это такое? Да? Антиоксидант. Вот. И содержит бакозиты. Бакопа, бакозиты. Бакозиты — вещества, которые предотвращают реакцию молекул жира со свободными радикалами. То есть предотвращают окисление жира. То есть бакозиты могут нормализовывать уровень холестерина в крови. Снижает и нормализует артериальное давление. И самое главное, что такое гормон счастья, слышали, да? Серотонин. Так вот, бакопа оказывает воздействие на уровень серотонина в гиппокампе. То есть увеличивает транспорт серотонина, его выработку, да, его активность. А также снижает смерть дофаминовых нейронов. Когда у человека образуется болезнь Паркинсона, да, вот как раз эти нейроны страдают. Так вот, бакопа способна защищать человека, да, от старческих вот таких нейродегенеративных заболеваний. Также бакопа содержит органическое соединение, сходное с холестерином, бета-ситостерин. Мы о нем уже говорили накануне. Вот это соединение в пищеварительном тракте подавляет процессы всасывания холестерина.
Это важно для тех людей, у которых атеросклероз, да, какие-то есть угрозы, например, нарушений, да, всевозможных в аорте и так далее. Укрепляет капилляры. Кардиотоник и спазмолитик. Ну, кардиотоник понятно, да? Не могу говорить. Повышает силу сокращения миокарда. Ну и также повышает адаптацию к внешней среде. Поэтому и говорят, да, лошадиная сила. Смотрите, сколько эффектов я вам назвала, да, комплекс. Но надо обязательно еще ведь соединить компоненты правильно в рецепт. Бакапа совместно с витанием и с зеленым чаем дает великолепный эффект. То есть усиливает действие обоих, да, приподнимает обоих препаратов. Увеличивает концентрацию гормона тироксина свободного. То есть щитовидная железа, да, который влияет на что? На все. На все. На пластику. На весь обмен. На весь обмен, на метаболизм и пластические, все пластические процессы, да, все, что касается, да, быстрого. Смотрите, нет, ну просто я сейчас не вообще не замечена. Ну, я вам обращаю ваше внимание на те слова, которые я сказала, что это биологически активные вещества, способные увеличить адаптацию организма. Они лечат аллергию, или ревматизм, или сердце, или еще что-то. Это не лечебные компоненты. То есть препарат, который способен увеличить противоаллергическую активность организма, это значит увеличивает защиту. У нас у всех есть компоненты, которые влияют на иммунитет. У всех. И противоаллергическая защита нам важна. Есть у нас аллергия или нет, это не важно. Важно, что у нас иммунитет должен быть поддержан. То есть компонент, который именно направлен на адаптацию иммунитета к повреждающим веществам, а сколько угодно у нас повреждающих веществ в организме попадает. То есть у нас повреждающие вещества прямо в организме формируются, не говоря о том, что мы их съедаем, вдыхаем, пьем с водой и так далее. У нас мир-то какой? Посмотрите, как активно природа нас пытается защитить. Если бы мы жили по законам природы, наверное, не болели. Но в городе это очень трудно сделать. И поэтому я вас прошу обратить внимание на то, что я рассказываю о компонентах только для того, чтобы вы поняли, что биологически активные вещества способны вам долгую жизнь дать. Возможность бороться, возможность защищаться, да, способность к активной жизни. Только это требуется человеку. Он хочет быть бодр, счастлив, да, жить в комфорте. И жить в комфорте. Все. Вот. Поэтому, если вы не хотите употреблять вещества, которые вам интуиция подсказывает, что не надо, ну не надо мне противоаллергически, не хочу я, ну не лежит у меня душа, ну не пейте. Это же не обязательная рекомендация. Вот, поэтому, если брать GTS и Грон, можно всем. Можно абсолютно всем. Никаких противопоказаний. Если понравилось это видео, ставим лайки, делимся в соцсетях, подписываемся и не забываем поставить колокольчик для того, чтобы не пропустить новых видеороликов.